Друзья, привет! Сегодня я делюсь с вами рецептом вкуснейшего, сытного, сочного салата всего из 4 ингредиентов. Впереди новогодние праздники, обязательно попробуйте его приготовить. Для приготовления салата нам понадобятся свежие шампиньоны, берите покрупнее, соленый или маринованный огурец, филе куриное и много зеленого лука и майонез для заправки. Шампиньоны выбирайте покрупнее, с ними будет удобнее работать. Сейчас мы будем их отваривать. А куриное филе обжаривать. Поехали! В кипящую воду я отправляю шампиньоны и варю примерно 15 минут. А пока займемся огурцами. Все продукты для этого салата нам нужно нарезать кубиком. А размер кубика выбирайте, какой вам больше нравится. Покрупнее, помельче, как вы привыкли себе готовить. Здесь, думаю, размер не имеет значения, потому что все равно будет очень вкусно. Итак, нарезаем все огурцы и отправляем их на сито, для того, чтобы стекла лишняя жидкость, лишний рассол. Нам в этом салате жидкость абсолютно не нужна. Пока шампиньоны продолжают вариться, мы с вами нарежем лучок. Огурцы все время мы оставляем на сите, потому что нам нужно, чтобы как можно больше ушло жидкости. Посмотрите, сколько уже. Лук я нарезала, наши шампиньоны готовы, откидываю их на дуршлаг. Пока грибы у нас остывают и из них стекает лишняя вода, мы нарезаем филе. Филе важно нарезать именно в сыром виде на маленькие кусочки, потому что если вы отварите целиком филе, то потом оно будет разделяться на волокна, а нам нужны маленькие кубики. Нарезанное филе мы отправляем на хорошо разогретую сковородку с капелькой масла и обжариваем до готовности. Пока филе обжаривается, чтобы нам не терять время, займемся шампиньонами. Они у нас остыли, и мы проверяем, чтобы не было воды. Если при нажатии будет стекать вода, тогда хорошо отожмите каждый гриб. Пока мы нарезали грибы, наше филе обжарилось. Перекладываю его в тарелку для остывания. Ну вот и все. Все продукты мы с вами подготовили. Осталось это все перемешать и заправить майонезом. Вот и все, наш салат готов. Он получается невероятно вкусным, а главное сочным. Я рекомендую дать салату настояться пару часов, лучше можно сделать с вечера даже, чтобы все продукты объединились и пропитались. А еще все салаты, вообще абсолютно любые, я посыпаю своей вкуснейшей полезной смесью
из семечек. Рецепт этой смеси также есть у меня на канале. Обязательно попробуйте приготовить ее. Она очень вкусная и просто мега полезная для организма. Если вы никогда не пробовали этот салат, обязательно его приготовьте. Он станет королем на вашем столе, и гости съедят его в первую очередь. Он невероятно вкусный и сочный. А я, в свою очередь, желаю вам приятного аппетита и отличного настроения. И еще маленькая просьба. Я буквально недавно начала развивать свой канал, поэтому ваша поддержка мне очень важна. Подписывайтесь на мой канал, отправляйте мои рецепты своим друзьям, ну и не забывайте про лайк. До новых встреч!